Привет! Сегодня мы приготовим мое чухокбилли. Традиционно чухокбилли готовится с помидорами. Возьмем лук, нарежем его небольшими кусочками. Также нам понадобится чеснок. Я взяла 3 зубчика. Помоем, очистим и нарежем болгарский перец сладкий. Перец нарезаем также небольшими кубиками. В разогретую сковородку мы отправляем обжариваться лук. Традиционно в чухокбилли сначала обжаривается без добавления масла куриное мясо, а потом уже добавляется лук и помидоры. Все это тушится. После того, как лук приобрел золотистый цвет, отправляем к луку наше мясо. После того, как курица немного обжарилась, добавляем приправу для курицы. И также добавляем весь нарезанный перец. Все хорошо перемешиваем и оставляем тушиться. Так как приправа уже с солью, заранее мы мясо не солим. Тушим наши чухокбилли на среднем огне до готовности. Количество ингредиентов выбирайте для себя по своему вкусу. Когда мясо будет готово, добавляем чеснок и тушим еще буквально 3 минуты. Обязательно пробуем. Очень вкусно и ароматно. Приятного вам аппетита!